недавно стало известно, что Финляндия укрепила не только НАТО, но и, как мы любим говорить, по-тихому поддержала украинскую артиллерию. Финские самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм советского производства, ПСШ-74 или 2С1 «Гвоздика», были замечены на вооружении сил обороны Украины. Эти установки упомянуло финское издание «Suomi Sotilas». Следует отметить, что никакой официальной информации о передаче финских 2С1 не поступало ни от одной из сторон. Вывод о передаче САУ советского производства в украинский арсенал был сделан из обнародованного видеоматериала, где можно заметить 2С1 с характерным ломаным камуфляжем, который свойственен технике финских вооруженных сил. Помимо камуфляжа, технику можно было идентифицировать по другим характерным признакам, таким как тепловой экран на выхлопе и датчик скорости на стволе. Известно, что Финляндия получила около 74 таких САУ от бывшей Германской Демократической Республики, и часть боевых машин прошла местную программу модернизации. В целом, Финляндия приобрела 144 орудия у Советского Союза в 1965-66 годах и 166 единиц из арсеналов бывшей ГДР в 1993 году. Стоит напомнить, что Финляндия уже передавала Украине свою артиллерию. В частности, ранее в 2023 году появились сообщения о применении украинскими силами бывших финских 152-мм пушек Д-20 и Гиацинт-Б. Кроме тяжелой буксируемой артиллерии, финское правительство передавало и модернизированные самоходные установки. Особенно примечательно, что передача этих девайсов, как мы это называем, прошла по-тихому, без лишней шумихи в прессе. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.